Спаси, сохрани Россию и все народы мира. Повезло с погодой сегодня. Да, погода хорошая, не жарко и не прохладно. Вот. Снимай, чтобы церковь была видна. Все видно. Я предлагаю зайти, поставить свечки. На... Легко. Чтобы Господь нас благословил на МММ на сегодняшний день. На наше творчество, это творчество, это как реклама, как дополнение МММ. А реклама, как известно, это двигатель торговли, без которой нельзя. Да, помолился и за нас, и за мою пьесу. А вы молитесь всем, перед всеми иконами? Нет, не перед всеми, но стараюсь. Вот так, очень можно, серьезно. Как можно подход. Больше, да, чтобы это... Но главное, чтобы это было искренне. Ну, чаще всего перед теми святыми, которых я знаю, люблю. Вот. Хотя все святые, они достойны любви. Потому что они жертвовали многим ради Бога, ради веры и посвятили Ему своей жизни. Поэтому они все достойны и уважения, и любви, все святые, я считаю. Вот. И особенно те, кто жил и работал во времена советской власти. Ведь я смотрел передачу, 130 тысяч священников расстреляли. Вот, а сколько церквей разрушили коммунисты. Да, люди не отреклись от Бога, они ради идей, и они достойны уважения и любви.